Рушь все! Ну, судя по всему, Марина вот с Машей. Он съел пузы! Я видела, проглотил пузы. Сейчас он будет, давай, опрашивай. Эй, люди, поверните все сюда. О, какие все хорошие. Все повернулись прям как один. Правильная команда, на самом деле. А, да, скоро буду снимать. Давай я еще один. Как скоро ест их поснимаю. Блин. Ты его боишься? Был огромный. Правильно, друг задал. Хорошие пузыри. Ну, это дорогие пузыри, специальные. Мажор. Дай я попытаюсь, я тоже хочу. 800 рублей, Жень. Каждый. Каждый. А, сейчас. Она занята, чего? Видишь, Дим, Женя занят. А, у меня стакан есть. А, у нас нет. Налейте еще. Еще трех человек. Готовлю, как первый. А можно было нам еще кайфовые места? Я много прячься, Егор. Каждый раз я посещаю, я сейчас... Вон, мы смонтируем Жене с Девы новый фильм незаметного Легого. Ну, до Владимира нам ехать, наверное. Ну так, даже два фильма можно сделать. Плюс часа три. Фильтр 10 там. И обесценивание 12. Обесценивание 12. Владимирская область. Давайте я скажу. Так, все, всем тихо, Женя. Тост! Говори, тост и все, и все пьем. Давайте выпьем за тост. За творчество, хорошо? Вот, потому что я знаю, что все здесь творческие люди, и пусть они ими остаются. Творческий, да. Творцом, допустим. Будьте одновременно... Ой, слушай, класс, на фоне незнакомки прям. Будьте, пожалуйста, одновременно творческим людьми и быдлом. Это очень круто, по-моему. Да, хорошо. Давайте, знаете. Творческое быдло. Творческое быдло. Давайте на творческое. Кому бросить крышечку от объектива в стакан? Давай, я сам был. Давай выброшу. Сережа главный там себе будет. Давай. Евгений. Налейте, пожалуйста, еще два стаканчика, даже три. Давай, стаканчик. Поцелуй меня, Вова. Они стоят там около енота, зеленые стаканчики какие-то. С тебя подушки уже сыпятся. А ты можешь налить минерал? Две минералки? Да. Маша, смотри, какой красавчик. Привет, Маша. Ты можешь покрепче. Хорошо, что штаны не спадают. Дина, что вы будете? А, водочку. Это шутка была. Саш, лимон на пузыре есть? Налей, пожалуйста. А сок не хотите, Леш? Нет. Спасибо. История моих детства. Да вы говорили, Егора, пускай гитару берет. Сейчас он возьмет. Леш, минералки нет. Сначала, давай, я считаю, что на